Я кручусь, как проклятая. Да где была? Пойдем скорее. Работаю сверхурочно, по ночам не сплю. На прошлые переговоры вы опоздали. Переговоры ничего не готово. Эти совсем сорвали. Чтобы ипотеку выплатить. Мы остались без переводчика. Еды нет. Наш переводчик заболел. Понятно. Вы свободны? Нет. У мамы определенная депрессия. Мы едем в командировку на несколько дней. Привези пиццу! У вас очаровательная жена. Андрей, что это было? Женатые мужчины самые надежные. Будет странно теперь объяснять, что мы не пара. Не поняла, почему папа такой злой. Я влюбилась в начальника. Просто его никто не любит. А он оказался женатым. Делает вид, что мой муж и жена не странно? Злата.